Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас сентябрь месяц, 11 число. Я бы хотел показать вам свои результаты в этой игре. На самом деле, в начале, когда я начинал еще в июне месяце, я, в общем-то, смеялся. Я думал, что это долго не протянет. Результат, конечно, получился совершенно другой. На сегодняшний день у меня 986 рефералов. Здесь вывел я уже, вывел 107 тысяч. Вот. И смотрите, значит, птиц у меня на сегодняшний день 59 красных, 5 синих. Ну, в общем-то, желтый, коричневый, зеленый и синий у меня остались также. Я большой упор делаю на красных птиц. Обратите внимание, цена красной птицы 4200 рублей. Если, например, умножить 50 птиц на 4000, если их покупать так, то это нужно будет 60, ну я грубо говорю, 60 умножить на 4, получается 240, почти 240 тысяч рублей нужно было отдать. Естественно, я этого не делал, я сделал совершенно по-другому. И как я это сделал, я вам сейчас покажу. Но вначале я хочу сказать, почему я делаю именно упор на красных птиц, потому что они дают наибольшую плодовитость, да, это 30 тысяч в час. Вот смотрите, если я сейчас зайду на склад яиц, то у меня вот здесь красные птицы, красные, дали наибольшее количество яиц. Именно за счет них я каждый день вывожу, сейчас я это сделаю все, вывожу по 2000 рублей, даже больше. Вот смотрите, значит, заказать выплату. Я сегодня заказывал уже выплату. Я захожу в 9 часов утра по своему времени. И вот я 236 вывел. Вчера я вывел 2340. Вчера я зашел в 10 часов, на час позже. Вот. И, в общем-то, идет повышение постоянно. Значит, доходов. Итак, что я сделал? Я воспользовался предложением от этого сервиса. Вот здесь сейчас пусто. Но когда есть акция, вот здесь горит такая табличка. Возможно, вы видели на прошлых видео на моих. И написано, что, значит, если вы вносите в проект 5000 рублей, то вам дают 100% доплачивают. Если бывает такая табличка, что если вложите 10 тысяч рублей, то вам еще 20 тысяч доплачивают. Как поступил я? Я поступил таким образом, что я увидел это предложение за 10 тысяч рублей, вложил 10 тысяч, у меня на счету стало 30 тысяч рублей, я купил сразу 7 птиц, 7 красных птиц, и плюс еще у меня была рулетка, я выиграл еще одну. Но до этого предложения не было, я просто купил, вложил 5000 рублей, купил одну красную птицу, возможно, вы смотрели мои видео раньше, купил одну красную и одну красную птицу выиграл. То есть у меня на этот момент было уже 11 красных птиц. И потом дальше я постоянно покупал именно красных птиц, потому что вот здесь идет состояние счета для покупок. То есть можно этим делом воспользоваться. И когда здесь набегает 4200, я нажимал и покупал красную птицу. Также можно, например, здесь вот эти деньги, которые на вывод, можно не выводить, а переводить также в состояние для покупок. Как это делается? Вам нужно нажать на кнопочку «Обменник». И вот сюда, да, то есть то количество серебра, которое вы хотите использовать для покупок. Но минимум здесь 100 серебра должно быть. Вот, например, если вы хотите 1000 серебра поменять, то вам выдадут 1100. То есть здесь даже еще выгодно менять свои деньги. Поэтому то есть есть такой момент. И чем быстрее вы выйдете на большое количество красных птиц, тем больше у вас будет денег именно на вывод в будущем. Поэтому воспользуйтесь этими двумя пунктами. То есть первое — это дождитесь скидки вот такой таблички и ей воспользуйтесь. Она появляется,
появляется периодически, и по своей рассылке я буду писать вам, писать письма, что появилась скидка. Она появляется на несколько дней, поэтому нужно ловить момент. Письмо так и будет называться примерно «Лови момент». Вот. И второе, вы можете вот эти деньги не выводить, а значит, в обменниках менять и использовать опять для покупок, птиц. Вот смотрите, пока я с вами говорил, если я зайду опять на склад яиц, у меня именно красные птицы нанесли самое большее количество яиц. И также еще три синих птицы соответствуют одной красной. Вы можете, например, не ждать, пока у вас накопится здесь 4200. И по цене, самое главное, что по цене они одинаковые. Да, здесь если накапливается 140, вот у меня сейчас здесь хватает денег на две синие птицы. Но я все равно подожду красную. К концу дня у меня здесь будет баланс на красную птицу. И уже к 12 числу у меня будет 60 красных птиц. На этом все. Если есть вопросы, пишите. Пишите в Skype. А я на этом заканчиваю. До свидания.